Стартовать в межнациональной гонке ГТО смогут 20 команд по 15 человек. 10 – основной состав и 5 – запасных. Возраст от 18 и старше. Для допуска при себе иметь справки о здоровье, полисы ОМС и паспорта. Условия регистрации команд разместят в соцсетях и на сайте Донского молодежного парламента. Командных взносов не будет. Все бесплатно. Мы приветствуем команды людей, которые организовались сами. Друзья, семья, родственники, социальные сети, еще как-то. Возможно, это люди, которые общаются только в социальных сетях, видели друг друга только в социальных сетях, а здесь они встретятся вживую. Прохождение трассы займет где-то 1,5 часа. Стартовый интервал между командами – 20 минут. Очередность определит жеребьевка. Для секретности трассу начнут монтировать только за 2 дня до начала гонки. А конкретные задания команда получит перед стартом. Участникам придется решить интеллектуальные задания, показать навыки оказания первой помощи и преодолеть экстремальные препятствия. Однозначно будут по уши вымазаны в грязи. Мокрые будут, замерзшие. Но даже, счастливые, поверьте. Даже на середине заданий, на середине трассы, люди некоторые будут уже на грани. Поэтому мы делаем 5 человек запасных, которых надо будет поменять, которые просто не дойдут. Так что участникам советуют запастись еще одним комплектом одежды, хотя будет палатка для обогрева с полевой кухней. А для зрителей подготовлены интерактивные занятия и развлечения. Марина Дрикова, Фатима Зурабова, Руслан Хамчиев, Дон-24, Ростов-на-Дону.